Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня охота, наконец-таки. Выбрались поползать по лесу, по тайге. Были неделю назад, снег валился так, что по самой лыжи, то есть с лыжами валишься до самой практически земли. Снега в лесу много уже, поэтому ходить не так просто, и снег не держит. В прошлом году ходили, конечно, намного проще. Снег держал, и бегаешь хоть там, хоть здесь. Но прошла неделька вот, снег вроде бы немножко уплотнился. Была не плюсовая, сколько там, минус один где-то было, до минус двух. И снежок стал вроде бы немножко поплотней. Плюс ветра появились. Поэтому вроде как сейчас попробовал, зашел здесь. В одном месте снег держит, это хорошо. Пока сейчас чай пили. Косачи тут вокруг вот так вот летают. Как, блин, действительно, в сказке. Стоишь, чаек пьешь, он тык-тык-тык, там раз, два, три перелетели. Ну, сейчас время что? Время 8 утра было, мы приехали, сейчас-то позже уже. Они кормятся сейчас и перелетают, как бы, кормежка у них идет. Как бы косачей посмотрели, тут перелетели в итоге через дорогу. Сейчас прошлись, посмотрели с ружьями. Нет, ушли они куда-то дальше, куда неизвестно, поэтому ладно. В общем, пойдем сегодня косачей попробуем, поищем с рыбалкой пока. Где были в том году? Да, где в том году, кстати, добыли. Там были. Тетерева. Ну, всякое бывает, это с года из года, конечно, не зависит. С рыбалкой пока не ходим, потому что, во-первых, это сейчас переменчивая погода, вот такая, ветер, снег, глухозимье. Рыба особо не клюет. Воды во, снега во. Поэтому на рыбалке, ну, замучишься так, что лучше, мне кажется, сходить в лес, прогуляться, посидеть у костра, поискать птицу, попробовать добыть. Знаю, многим не нравится охота. Ну, у нас канал, в принципе, так называется, сезонная охота и рыбалки, как бы, и рыбалку любим, и охоту в свое время. Ну, палки не перегибаем. Самое главное, общение, да, с природой. Не берем мы лишнего никогда, не добиваем кучами мяса, это нам не надо. Добыли тетерева, глухаришку за сезон, ну, два, хорошо. Нет, так и тоже хорошо, поэтому, короче, отдыхаем, вот так вот. Этот, о, ну поменьше здесь, да, как будто? Сколько здесь? Метров 50, наверное, 60. 7 сантиметров. Ладно, пойдем искать. Чего-нибудь попробуем найти. Пройдем по старым местам, где в прошлом году находили тетеревов. Добыли даже одного. Ну, где? Глухаришек сегодня, наверное, искать не будем. Слушай, вытащи вот. На ружье потом давай, или давай свою корешку. Отпускай, отпускай. Ой, блядь, Антон, за ружье. Оно еще зацепилось. Да. Зараза, бляха. Бляха, снег. По самые яйки. Давай руку. Пойдешь. И... Тяжело одному-то. Выкарп. Да ты бы на палку оперся, да и вылазил бы. Подожди, подожди, лыжи немножко поставлю. Тяжело. Да, раз. Проще, хоть лыжи снимай, да? Но проще лыжи снять. И охота вроде бы, и подняться хочется. Я сам знаю, что такое зимой упасть на лыжах. Такой снег тяжелый вообще. Яма такая, что как будто, не снимая, как будто медведь лежал тут в берлоге. Да. Бляха. Буквально бугорок какой-то, с бугорка съехал и все. Вот они внизу, скорее всего, лежат, но там, может, их искать, хрен там знает. Ни одной лунки что-то не видно вообще. Ни рябчиков, ни набродов, ничего. Сегодня лежали где-то там. А ты 5 штук. Разве найдешь, где они лежат? Вот, ребята, смотрите. Блин, аж руки трясутся от таких кадров, блин.
просто жалею случайно. Да ёлупал. Да укажи. Мама свой не переживает. Как мы там в лесу? Тут глухарь, блин. Попробую сейчас подойти к нему. Если он дождется меня. Адреналин, ребята, такой, что просто идем, я поворачиваюсь и чувствую взгляд, как будто кто-то смотрит. А это, блин, глухаришка сидит. Красавец. В ельничке вот таком вот. Ветрище такое. Блин, он сидит, попробую я добыть его. Вот он был шанс. Вот он сидел. Как же адреналин долбит, а? Эй, блин, я его потерял. В поле зрения подходил. Думал, он в этом месте сидит, а пока тут петлял, из лыж пошел. Слышу, тук-тук-тук полетел. А сидел-то он, в принципе, прямо только за деревом, его, за дерево не видел. Ну вот так-то, в принципе, вот это все, вот это вот значит охота уже. Блин, оно так завораживает, такой-то адреналин. Подойти к птице, блин, ползти по снегу. Снега вот так вот. Самое интересное просто, когда шли, я оборачиваюсь, вот он сидит. Черный, такой чернющий, видно его хорошо. Папа говорит, твой иди. Может быть, и был мой, но долго я крался, скрадывался. Ладно. Удовольствие получил, конечно, обалденное. Эх, ёлы-палы, как красиво он пошел. Не стал даже стрелять. Смысл, думаю, подранка, цеплять его нафиг. Видел, хорошо полетел через ветки, когда. А вот так вот, снега. Выше колено. Ну зато, блин, такие моменты. Че, пап, видел его, да? Видел? А, ты не видел, да? Красиво полетел. Сейчас я выйду. Надо резинки одеть. Ветер-то как раз с той стороны, он тебя не слушал. Тебе бы хорошо было подходить, как раз ветер от него, бляха. Но а то адреналинчик это сколько, все мое. Ну понятно, а как же. Это у тебя на всю жизнь запомнится, а как ты хочешь?
Я вот тоже сколько глухарей бил, блядь, другие, бляха. Не, зимой подойти на самом деле сложно глухарев. Это, я, блин, не осенью там из-под собаки где-то, а вот. Да. Когда он все внимание на тебя, это тоже. Я вон этого, когда зимой этого гонял, блядь, когда около избушки. Не матерись, снимается. И костер, а? Снимает, не матерись сильно. Когда он костер еще по молодости еще было, на. Весь день его прогонял, на. Он у меня по вырубкам. То там сядет. 50 метров пролетит, опять сядет. Опять 50 метров сядет. Только подхожу на высел, думаю, сейчас его выстрелю. Опять перелетает. И вот его гонял весь день, на. А потом первые года еще не знал этого местов. На. Вот. Ну да, на самом деле. Уже и заблудился. Думаю, куда идти-то, на. Хрен его знает, на. Уже костер сжег в лесу, на. Вот. Около самой, до избы не дошел, буквально где-то полкилометра, на. Вот такое бывало, на. Блин, ну вот такие глухари вообще запоминаются. Просто поворачиваешь голову, он и смотрит. Вытянул свою шею, вот он сидит, блин. 70 метров, 80. Вот он мне это глухаришка там, бляха, таскал, бляха, по этой вырубке тоже нафиг. Как так-то, блин? Хотя шанс был, что. Ну так на охоту и натаскиваешься, как. Другие поедут вот на это, на машине, настреляли и все, он считает, он охотник. Да я знаю. Я вообще не признаю. Набил глухарей, набил всего, он охотник, я считаю. О, там дичь набил. Техники это. Да ты по лесу походи ногами, на. Потопчи, вытопчи этого глухаря. Вот именно что. Попробуй найди сначала, потом попробуй подойди к нему. Вот именно. Подойди, скради его. А не то, что он на дороге сидит, подъехал на машине или на этом, на буране, подстрелил и все. Это считается охотник. Это браконьер. Это не охотник, а настоящий браконьер. Вот так вот. Я к нему вот так вот шел, уже сел, думаю, все, отдышу сейчас свободно. Сейчас, думаю, я тебе это мочкану. Хрен там было, глухарь сказал. Слушай, иди-ка ты. Охотник тот, который ногами своими ходит, ищет дичь на лыжах. Вот. Знает где-то чего-то как-то. А это? Это, кстати, хрен его знает. Вот по хвосту посмотрел по камере, не сказать, что большой прям. Вроде как здоровый шея, а по хвостику-то вроде небольшой. Это может тот, который сидел возле дороги, когда я обратно-то ехал, снимал его на видео. Тут, может, сюда переселил тогда. Там выгнали, что, стрелки ездят в Ворошиловске. Куропатка или что-то напротив? Вот он и есть, глухарь, вот оттуда вылетел, он здесь что-то. Ага, вижу, вижу. Ёб твою мать, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Какой три, блин, шесть штук. Шесть штук. Шесть. О, пошли, пошли, пошли. Я хренею. Не потерись. Охренеть. Как мы ни одного не увидели, что они сидели? Они там оттуда поднялись. Оттуда слева поднялись. Пойдем посмотрим, что там было сорняк. Пошли лесу на кого они. Не, на деревьях сидели. На деревьях сидели. Так, вот одна кормежка. Вот здесь глухаришки сидели. Вон вторая кормежка. Вот она чуть дальше. И еще одна кормежка. Ну, три кормежки, да, получается? Еще маленькая. Да, две. Две. В общем, блин, дичь есть. Дичь нашли, так вот вышли случайно. Просто к одному подходил, сейчас а тут выходим. Блин, шесть штук просто. Один за ним, у меня глаза вот так вот разбегаются по полу. Вон, один, два, и ни хрена себе два, там еще. Блин. Вот на этой сосне, видимо, два кормили. Вон на маленькой сосенке еще один. Капстец, короче, птицы посмотрели, блин. Так и то интересно, да. И хрен себе пусть летит.
следующий раз наткнемся, удачи будет. Живут. Сейчас пойдем искать, может, на лунке где-то. Сейчас тепло. Сейчас они на лунках не лежат, они сейчас в основном на деревьях все. Лунок сейчас это, в морозы бы, да, можно было бы найти. Да, что-то лунок не видел. Вообще лунок толком, да, нету, вот сколько мы ходим. Птица вся, походу, на дереве по земле ходит. Ладно, будем пробовать искать, что-то найти. Может быть, что удастся найти. Ну, главное, что уже посмотрели. Пусть полетели, будем искать. Как гуси, блин, лебеди. Шик-шик-шик-шик-шик за одним. Вот это зрелище. Камера, не знаю, на это заснял, конечно, но там плохо видно. Вот это с зумом. Вот на такой болотеньке. Они небольшой. Болотенько-то вот оно, что тут, блин. И вот они живут. Не надо больших болот искать, где-то там каких-то там километровых. Это гусиное болото, а вот это глухариное болото. Поэтому ищем маленькие болота, сосенки, где-то рядышком зимники, дороги. И там будет глухарь, возможно. Если там, конечно, есть. Нравится. Да. Ладно, идем дальше. Решили, в общем, этот... Вдохнуть немножко, попить чайку. Как раз рядышком, где вот только что сейчас подняли глухаришек, шугнули. Сейчас попьем чаю. Время, потому что уже обед почти. И идем, двигаемся дальше. Пробуем все-таки найти их. Блин, так оно мне... Эх, глухаришки, глухаришки. Аж душа поет, когда видишь птицу в лесу. Главное, не брать больше нормы. Взял глухаришку и хорошо. Ну, двух, трех за сезон. То есть это вообще за год. Это полностью осень. Я думаю, это нормально. Больше брать не надо. Вот. Коряга, сушняк. Сейчас мы ее на костерок-то пустим. А потом глухарю негде будет. А, нет, этот дятел он надолблил, видишь как? Пилить даже не надо. Эй, полголами сейчас. Сама завалится на болотике. Сушинка, вот это самый вообще костер. О. Это смолье. Самый, да, сушняк, самое смолье. Сосна сухая, это, блин, самый лучший вариант для рожика костра. Эй! Ничего страшного. Ну, видишь, я же говорю, он крутит. Я тебе что и сказал, что сидим, сидим. Вот, скромненько, что у нас. Самое основное это сальцо, чесночок, хлеб, колбаска. Ну и папа, походу, взял пельмени еще. Ну да. Сказать, ну, самое вот это зимой. Сальцо. Где у тебя шампур есть? Есть, взял, да. Сейчас мы поджарим. Сальцо поджарим. Основное зимой это сало. Сало никогда не замерзнет. Ну и пельмешки тут как бы. Это самая наша лучшая еда. Зимний период. Свои домашние, как говорится, самодельные. Собственно, лепные, да? Там еще мяско смотрю. Колбаска там еще положена для ароматика. Вкусно. Один аромат только что стоит. Ладно, балдеем, отдыхаем, кушаем. Прошли так уже порядком от того места, от костра, где глухаришки улетели. Пока не видно, хотя место такое неплохое. Здесь болотенько, сосенки, ельничек. В принципе, все для глухаришки. Блин, их было 6 штук, так что куда они улетели, неизвестно. Такой группой, куда они могли деться. Будем искать. Место хорошее. Это глухари-то сюда и ушли. Косачи здесь могут быть. Вырубка. Пушка такая здесь рядом. Хер его знает. След-то один. Какой след?
Да не приходится. Самаха, круглый свет. Непонятный какой-то. Думаешь, что самаха? Маленький медведь. Самаш. Она идет, так ходит. Ну как у тебя, да, как тебе таких волка, ты не такой. Лапы. Какая живность тут. Там росомаха, здесь росомаха. Убивает, все кушать хотят. Блин, низину проверяем, тоже пусто. Где косачи, блин? Хочется. Они рванули туда, где мы их не нашли. Фух. Все. Пьем чай. До машины еще километр, ой, метров говорю, метров 800, наверное. Сейчас стемнеет уже. Так и не нашли мы этих глухаришек, куда-то они ушли. Не знаю, ни косачишек, ни глухаришек, больше ничего мы не увидели. С утра было интересно, а после обеда уже как-то... Еще интереснее. Ой. Все равно нашли. В следующий раз пойдем сюда заглянем. Мы это болотино обязательно. Потом пойдем в другие места. Ну, налил тут немножко. Сейчас уже вряд ли что-то встретим. Тут положили, вышли на свою лыжню. Я к бухарю подходил. И идем к дому. Машине домой. Есть можно, не есть, а пить хочется, да? Ну, снег все равно, не сказать, тут сильно легкий. Без питья невозможно. Ой, много имбиря положила Ольга. Печет аж. Так пить хочется, питься не можешь. Ой, ладно, сейчас разбавим морсом. Надо было смешать воды на первом. Да? Сейчас уже дойдем. Кто их слит на? 800 метров надо осилить этих. И домой.